Мне, блин, скучно, брат. Боюсь, скука — это первый шаг к рецидиву. Руструт отправился на борьбу с тунеядцами. Специальный налог для любого гражданина, которому исполнилось 18 лет и который нигде официально не работает. О. В России принимают законопроект о тунеядстве, согласно которому все неработающие граждане будут обязаны платить налог на пользование бесплатной медициной и бесплатными медицинскими услугами. Давай заплатим налог. Я бы заплатил. Заплатил по полной. Прошу вас принять участие в обсуждении этого закона. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Под этот закон попадают студенты, дизайнеры, музыканты, художники, фрилансеры. Ну, опять эти картины, в них нет логики, но много смысла. Какой-то Пикассо, очередной неудачник. Вот увидишь, скоро в России ведут уголовную ответственность за тунеядство, и всем Пикассо придется несладко. С 2015 года в Беларуси этот закон уже действует. И в России этот закон будет принят неизбежно. После выборов, которые недавно прошли, и всех фальсификаций и беспредела, который там творился, все будет только хуже и хуже. Сам я никогда не пользуюсь медицинскими услугами, потому что все мы знаем, какие качественные услуги предоставляет нам наша медицина. Но вся проблема в том, что буду я ходить в поликлинику или нет, это их не волнует. При этом только на безработных власть не остановится и будет все дальше и дальше доить. Поэтому скоро миллионам людей в России придется получать либо статус безработного, пройдя все круги ада, заполняя бумажки, изнурительной беготни из-за справок и непрофессионализма инспекторов и хамства, либо сидеть в российской тюрьме. При том, что люди с удовольствием бы платили налоги, если бы у них были деньги, если бы государство создавало рабочие места, вкладывало деньги в развитие предприятий. It's our lives now, not theirs. And I'm in charge of this boat, madam. Now row! Если бы налог составлял 1 или 2%, а не целых 13%. Это абсурдно собирать деньги с нищих. Другой вопрос, куда уходят все наши налоги? Алло, привет, мелкий. Что ты делаешь? Ни хрена. Лежу, смотрю, видак, всасываю косяк. Ты... Слышала налоги для безработных в РФ? Бывает. В Конституции России нет положения, согласно которому гражданин обязан трудиться. Медицина не работает, администрация не работает. Сколько я ни ходил, меня игнорировали. Кто-нибудь помогите мне! Нет. Нет. Охрана. Охрана. Там амбал гонится за женщиной. Ей нужна помощь. Да-да, конечно. Заткнись, Ипкис. Ну уже. Кто будет служить городу и защищать ее? Сколько я не писал обращений в приемную, они игнорируют. Телефон приемная не отвечает. Пособие по безработице в России составляет примерно 850 рублей в месяц. Хочешь, я открою тебе тайну? Давай. Цивилизованные страны платят безработным пособие, а Россия собирается обложить безработных налогом. Ха-ха, ни хрена себе, ну и дерьмо! В провинции зарплата составляет примерно 10 тысяч рублей в месяц. В моем городе есть градообразующий завод, в котором зарплата у простых людей примерно 20 тысяч рублей в месяц, а у начальства в несколько раз выше. У нас, у людей в России, очень низкие зарплаты и отсутствие самореализации. Слаборазвитый, нецивилизованный, несовременный рынок труда. Всего несколько блогеров на данный момент высказались об этом законе. И дохода-то нет, раз они безработные. Получается так? Но мы ж не можем никак это оставить в покое. Не можем, вот, чтобы так вот люди просто так ничего нам не давали. И это несправедливо. Надо, чтобы все платили. Надо, чтобы все в кабалу, чтобы все в упряжку. Нас люди все промолчали, все приняли это. Не знаю, как в России будет, но они посмотрели на нас. А мы такие терпилы. Терпилы, да. А был один блогер, который даже за принятие этого закона. Подписывайся, ставь лайк и делись с друзьями. На сегодняшний день есть проект закона. Проект документа такой есть, и он обсуждается. Мы их не видим ни в системе пенсионного фонда, ни в системе налоговой службы, как плательщиков налогов с заработной платы. То есть этот проект документа такой есть, и он обсуждается.
Сверхзадача идеи вроде бы благая. Заставить выйти из тени 15 миллионов человек, которые сейчас зарабатывают деньги, но нигде не числятся и, соответственно, не платят никакие налоги. Это твой сюрприз?